уходят в небытие. Покрываются толстым слоем. Не пыли, равнодушие и черствости. И тогда снова правит бал невежества. Было когда-то у горцев поверье. Случись затруднение, выходи к ущелью и громко крикни о своей беде. И эхо принесет ответ, как быть. Говорят, помогало. Но не эхо, видимо, спасало, а вера в отклик. Чаще всего эти складно рассказанные легенды вспоминаются в тягучие часы ожидания отклика в этих строгих приемных. Без надежды на эхо даже в приемные часы. А в мечети двери всегда настежь. Для всех. И при свете дня, и во мраке ночи. В нашем фильме нет случайных кадров. В каждом из них проблема. Большая ли, малая ли, но всегда важная. Мы так долго любовались собой в придуманное нами зеркало успехов, что один цветок за спиной превращался в целый букет впереди. Как трудно было оторваться. Оказалось, букет тот сказочный еще только предстоит выращивать. Но есть земля плодородная, есть крепкие саженцы, руки и силы, и вера. Вера в разум. Великий Рудаки говорил: на мир взгляни разумным оком. Не так, как прежде ты глядел. Мир — это море. Плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел. Thank you.
Товарищи, в нашей дальнейшей воскресной программе вы сможете посмотреть следующие передачи. Через одну минуту в эфир выйдет международная панорама. Товарищи, сегодня мы с вами станем свидетелями рождения новой рубрики. Главная редакция пропаганды открывает новый цикл передач. В 18 часов 45 минут в эфир выйдет первый выпуск публицистическо-сатирического тележурнала «И в шутку, и всерьез». В 19 часов 15 минут репортаж чемпионата Европы по фигурному катанию. Вы увидите показательные выступления сильнейших фигуристов. Информационная программа «Время» в 21 час. Калининским музыкантам посвящена передача «Играй гармонь», которую вы сможете посмотреть в 21 час 40 минут. Эту передачу ждут, судя по вашим откликам, все, кто любит и знает этот традиционный музыкальный инструмент, все, кому дорого народное творчество, не безразличны судьбы его развития. И новости в 23:30. Поддерживал вооруженную арабскую позицию против правительства страны. Конечно, с американским